Ну что ж, Ариару, народ, микрофон Мамору, и это новая серия по такой увлекательной игрушке, как Rim World. Здоровье, лечи без лекарств, иди лечи срочно. Успеешь. Все, успел. Замечательно. Теперь можешь вот так вот лечить. Лечи ее. Вот. Ага. Так. 19 лет. В принципе, можем всего научить. На ее с нами предложить укрытие. Так, смотрим на тебя. Дерьмовый колонист, на самом деле. Дальник хороший. Строитель хороший. Горняк. Арсеневод. Ремесленник тоже неплохо. Ладно. Буду жить. Почему бы нет? Так, тебе оружие надо, наверное, какое-нибудь. Это бери. Примень. Достраивай сейчас быстро. Достраивай это все. Я понимаю, что налет. Да. Перейти к месту. Сколько у вас тут? Охренеть, у вас тут снайперов. Ну, в принципе, против нас. Так, примень, давай быстрее. Если примень не успеет... Так. Босс, сюда вставай. Речан, вставай сюда. Пиола, сюда. Сеня, сюда. Нет, у тебя не денег, ничего. Спиди, давай на подстраховку. Давай сюда вставай. Вставай. Так, раз, первый, второй. Такой мых. Так, вы атакуйте его. Вы атакуйте все его. Атакуйте его, пельмени такой. Замечательно, атакуйте его. Вы атакуйте его. Убегают, замечательно. Все, добивайте его быстро. Босс, спасай, спиди. Спиди. Что с тобой, спиди? Здоровье? Спиди, здоровье. Я даже не могу посмотреть, что... Почему? Окей, хорошо. Занимайся своими делами. Так, спрямень, захватывай его. Так, сначала раздевай, потом... Ты живой? Мертв, ладно. Потом захватывай. Давайте быстро, оперативно. Спиди, что с тобой по здоровью? Ты не умрешь? Если может. Так, окей, Нейт. Нейт, почему ты злоупотребляешь алкоголем? У меня вопрос. Никаких наркотиков. Ты наркоман, что ли? Никаких наркотиков. Смертельная болезнь, конкур. Ладно. Справимся, босс, давай. Так, смотрим. По здоровью что? Жить будешь? Я сказал, жить будешь, да, замечательно. Раз, залечили. Два, неопасное кровотечение. Босс, займись им, пожалуйста. Лечить. Пельмень, ушиб снайперская винтовка. Так, босс, сможешь его вылечить? Лечить его потом. Синяк, ты его залечить сможешь? Все, замечательно. У Мецу заражение, класс. Здоровье, простая диета у тебя, простая диета. По медикаментам. Ну, там... Так, по заражению смотрим. Босс, лечи, пожалуйста. Места на складе нет. Какого черта тут на складе места нет? Так. Уменьшаем область вот до сих пор. И это все расширяем. Сеня, что с тобой? Большой палец левой руки. Охренеть. Острелили? По-моему, раньше такого не было. Ну ладно. Пущай будет. Нет, я, по-моему, тебе сказал, то, что тебе никаких наркотиков вообще нельзя. Даже для расслабления. Секция заражения. У кого еще? Еще? Охренеть. Босс, пожалуйста, вылечи. Так, у кого там дальнего боя нет? Ага. Возьми оружие. У Нета кровати даже нет. Охренеть. Так, построить копию. Раз. И построить копию. Два. Замечательно. И ложись, отдыхай. Нет, иди в кровать.
Господи, почему с вами так много геморроя? Развлечение раз-два, раз-два. И назначенное исследование. Это самое последнее, то, что нас должно беспокоить сейчас. Мультианализатор, окей, делаем мультианализатора. Так, вроде пока мы справляемся. Пельмень. Ты делаешь нас кровать? Занято, нет. Окей, по работе. Нет, ты почему такой занятой? Посмотрим, кто у нас такой. Охрененный дальник. Охрененный колонист. Растеневод, горняк, ремесленник, чего у тебя 4, медицина, общение, умственный, умен, дальник. Думаю, ты нам в принципе не нужен, поэтому он не офигенный, у него нету таких черт, чем бы могли бы занять колонии, поэтому пускаем его. Так, нужно будет приказать разобрать вот эту часть. И посмотреть нужно по энергии. Вот эту часть нужно будет заэнергетить. Зациклить, ага, и вот даже нужно будет разобрать вот эти вот кабеля. И почему тут у нас никто не сажает? У нас даже тут дерево выросло, господи. Также нужно будет построить гидромалку вот здесь вот. А все-таки у нас, я как могу поглядеть, кабель не дотягивает здесь. Ну ладно. А кстати, тут вот я забыл, но нужно вот так вот сделать будет. И еще нужно будет построить вот такие вот макаром. Так, оптовые торговцы замечательно. Сейчас я ими займусь. И сначала нужно распроектировать здесь вот все. Так, замечательно. Оптовые торговцы, теперь вы. Выставите вы на орбите. И Джордан, займись, пожалуйста, с ними. Свяжись с ними. Все замечательно, мы сторговались. И у нас теперь команда в жопу и жуй. Я очень буду надеяться, что турель через турель стреляет, и все замечательно. Пиола, давай ты займешься переноской, пожалуйста. Вот это все нужно будет перенести. Так, Спиди, у тебя что? Все с тобой хорошо? Пожалуй, возьми оружие. Хотя, давайте нормальный меч сделаем сейчас. Задание, верстак, длинное лезвие. Вот здесь вот. Нужно сейчас будет изучить по-быстрому. Пиола, у тебя очень много работы. Я надеюсь, ты не подходящийся, а я работаю, да, замечательно. Пока все идет более чем хорошо. И это меня радует. Правда, у нас дохрена оружие, которое нам пока некуда девать. И я не знаю пока, чем еще делать. Грузовые контейнеры. Шоколад. Неплохо. Я надеюсь, в скором времени я научусь делать бронежилеты и буду их производить в большом количестве. Также я посмотрю, у нас просто заканчиваются вкусные блюда, потому что у нас закончилось мясо. Это нужно будет как-нибудь исправлять. А исправляется только одним методом. Ищется у нас и приручаются всякие животные. Также нужно будет сейчас перенести стол вот отсюда. Думаю, ты справишься с этой работой, пельмень. У нас все готовы. И сейчас я предлагаю заняться тем, что вскрыть зло, которое у нас здесь есть неподалеку. Думаю, сейчас нет более идеального варианта, когда у нас очень много колонистов. А почему у Спиди нету оружия? Сеня, сюда давай встань. Надо будет удлинять киллбокс, потому что нам людей не хватает. Так. Спиди. Иди сюда. Пельмень, тебе нужно встать за дерево, а также босс, вставай за дерево. Атакуйте его. Все, вы можете быть свободны. А в принципе его можно забирать. А, содержать неизвестно. Давай, пельменька. Я понимаю, то, что ты занят немножко. Открыть. Давай ты откроешь. Босс, будешь на подстраховке. Давай сюда быстро. Быстро, босс, сюда иди. Пельмень, отходи, пельмень, отходи, пельмень, отходи. Босс такой. Все замечательно. А, пельмень, раздевай. А ты захватывай. Все. Бронештаны, так, бронештаны, костюм. Так, надевай и надевай.
Также тут есть бронежилет, который, в принципе, тоже можешь надеть спиди. Потому что спиди у нас ближник, и ему нужно это все необходимо. Так, психин. Окей, вот это все собирать надо. Так, а что? Генератор успокаивающего пси-импульса. Спиди, и теперь у нас ты в полном бронекомплекте, и тебе осталось только... ну-ка, окей. Потому что ты у нас единственный ближник, и тебе бы не помешало это все. Босс, займись, пожалуйста, ему, то у нас он немножечко этот... Умирает через 2 часа. 1 час. 2 часа, окей. Сердце, бионическое сердце. Я могу вынуть ему, по идее, извлечь орган, печень, наркоз, назначить пиво, назначить люциферий, пошел психина. Я могу удалить ему это сердце. Давайте ему назначим наркоз. Босс, думаю, сообразишь это ему сделать. Винни, что с тобой? А, ну шип, неплохо. Так, сейчас мы изучаем. Бронезащита, окей. То есть мы сейчас, по идее, уже вышли на тот уровень, где мы сможем делать... Длинные лезвия. Вот, длинный меч. Так, Гладус, у тебя ремесло 3. Давайте будем отталкиваться так. А длинный меч? Ремесло 5. Думаю, длинный меч будет эффективнее. Так, тебе нужно будет в кул выкол. И ксионер, пожалуйста, переключи. И изготовляй. Также тут нужно будет максимальный приоритет. Трупы животных. И перенести. Так, нужно подождать, когда Фил у нас выздоровеет. Мы сможем вырезать ему половину органов, и думаю, на больше он не годен, потому что смотрим по статам. У него все очень минимальное, хотя ему 16 лет, да. Ну, вот такая вот суровая вещь. Мы как можем видеть, наши турели замечательно стреляют, поэтому можно, думаю, их закрывать. Хотя. Думаю, вот так вот закроем на всякий случай. Хуже от этого явно точно не будет. Вот это вот мы можем, да, перенести вот сюда. Строить копию вот здесь вот. Это мы отменяем. Переставляем сюда. Еще нужно будет вот таким вот образом сделать. Также нужно будет построить из покрытия, из гранита, вот это все. Также нужно будет сделать вот таким вот образом. Имей, ну сначала займись вот этим. Слушай, у тебя пока тут есть свет, тебе можно даже вот так вот сделать, мне кажется. А, можно вопрос, почему у тебя плохое настроение, без одежды, понятно, неприятное место. Ничего не могу понять, он на холоде. Странно, Сэнди. Питомцы, слишком много муфола, окей. Самец, вот этих вот трех можно резать. В принципе, нас... Можно его выпустить, думаю, хотя... Можно, думаю, даже его пустить на органа. Пожар? Где пожар? Да, нежелательно, на самом деле. Ребята, подорвитесь, у вас тут пожар, если чё. Или вы думаете, типа, дождь все собьёт? Ну ладно. Я вот, хоть и не могу понять, почему они резко решили не засаживать эту область. Ну то и хули, ладно. А у меня вопрос, собственно говоря, почему, типа, продовольствие, окей. Трупы, души животных, можно же здесь находить. Не надо ее есть. Склад, туши животных я запрещаю здесь. А здесь высоким приоритетом, типа, камон. В чем проблема, собственно говоря, ее перенести? Перенести. Наконец-то вы додумались перенести муфала. Вы как-то тупите, ребят, на самом деле. Я серьезно не понимаю, с чем это связано. Я смотрю, у него все. Да, иммунитет выработан, замечательно. Теперь мы делаем ему процедуру наркоз. Вот, займись, пожалуйста, этим. Так, ага. У тебя наркоз есть, все замечательно. Сердце. Так, давайте сначала. Сначала не будем его затекать, пока ничего. Пауза. Окей. И нужно. Сделать место для хранения всяких органов и прочего дерьма, которое бы нам было не жалко. С этим на самом деле будет сложно. Так, давайте сначала вот это вот расширим. Будем думать, нас достали. Так, это раз. Во-вторых, нужно будет вот этот выкопать. И
Также нужно будет выкупать все вот это вот подобное. Даже выкупать вот здесь. Пельмень, пожалуйста, займите вот этим вот. Как же тебе нужно вот этот вот пельмень? Вперед, выкапывай. Так, также теперь тут нужно будет построить температурный кондиционер. Таким образом, пельмень, займись, пожалуйста, этим. Нефилонь. Работать над проектом кондиционер. И тут нужно будет построить вот такую вот дверь. А также нужно будет выкопать все вот это вот. Все, буквально все выкопать. Потом только уже будет, надо будет это все выравнивать. Пельмень, давай ты займешься этим, пожалуйста. Босс, работай, пожалуйста, над проектом дерева. Над проектом, ты понял, за кем. Нужно теперь сделать по энергии кабель вот таким вот образом. Давай мы на сегодня все сделаем, а потом уже остальным займемся. Окей, пельмень? Теплой одежды нету, да? Так, нужно будет сделать тогда пуховики. Сделать пуховик и штучек 10. Думаю, этого хватит. То, что заморозки, все дела, и у нас все перестанет функционировать. Чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше, потому что нежелательно. Оптовые торговцы, это неплохо. Это даже очень хорошо, то, что они к нам заглянули. Два кабеля осталось, вечеринка. Пофиг. Давай быстрее только. Пельмень, сделай, пожалуйста, кабель один. Босс, пожалуйста, вот кабель один построить вам осталось, и будете замечательно. Да. Теперь мы ставим здесь температуру минус 9. И теперь я могу сейчас сделать область, склад. А также нужно будет расширять пока, по мере возможности. Так, теперь мы ему ставим. Давайте не с сердца начнем. Давай задание. Обморожение, что? Минус 3. Блин, это плохо, это плохо, это плохо, плохо. Постройка, температура, костер. Минус, постройка, костер. Пельмень, вот срочно порядка. А теперь, ты по наркозам? Да, да, добавить задание наркоз. Добавить задание. Излечь орган печень. Добавить задание излечь орган. Правая почка, извлечь левая почка, добавить правое легкое, извлечь левое легкое, извлечь сердце. Так, у тебя теперь есть проекты. Замечательно, думаю, вы с этим справишься. Ты пошла. Джордан, ты пошла там торговать, нет? А, да, ты пошла, но как-то медленно пошла. Видимо, все-таки не дойдешь до него. Что такое печень? Босс, ну как так-то? Принеси печень. Здоровье. Ну ладно. Мы потеряли бионическое сердце. Зато у нас теперь есть печень. Так, пельмень, у тебя есть задание сейчас.